Лорд Нельсон, леди Гамильтон. Моя дорогая Эмма, все твои письма, дорогие мне письма, так занимательны и так полно открывают твою сущность, что, прочитав их, я испытываю либо величайшее удовольствие, либо величайшую боль. Я только желаю, моя дражайшая Эмма, чтобы ты всегда верила, что Нельсон твой. Альфа и омега Нельсона – это Эмма. Я не могу измениться, моя любовь и привязанность к тебе лежит за пределами этого мира. Ничто не в силах разбить ее, только ты одна. Но об этом я не смею задумываться ни на мгновение. Я чувствую, что ты настоящий друг моей души и дороже для меня, чем сама жизнь. Я рад, что ты совершила столь приятное путешествие в Норфолк. Надеюсь однажды поймать тебя там и связать узами закона, еще более крепкими, чем узы любви и привязанности, которые связывают нас сейчас. Моцарт, Констанций. Я только что получил твое прелестное письмо. Рад узнать, что ты здорова и пребываешь в хорошем расположении духа. Мадам Лейдгиб постирала мой ночной колпак и галстук. Хотел бы я, чтобы ты на это посмотрела, боже мой. Я сдержался и сказал ей: позвольте показать, как это делает моя жена. Я рад, что у тебя хороший аппетит. Тот, кто много ест, тот много и испражняется. Нет, много гуляет, я хотел сказать. Но я не хочу, чтобы ты подолгу гуляла без меня. Умоляю тебя точно следовать моему совету, потому что он идет прямо из моего сердца. Прощай, любовь моя единственная. Лови! Они в воздухе. Те 2999,5 маленьких поцелуйчика от меня. Они летают вокруг, ожидая, что кто-нибудь поймает их. Послушай, я хочу прошептать тебе кое-что на ушко. А ты пошепчи мне в ответ. И теперь мы откроем и закроем рты. Снова, снова. И снова. И, наконец, скажем: это все про Плампи-Штрампи. Понимай, как знаешь. Вот почему это так удобно. Прощай. Тысяча нежных поцелуев. Всегда твой. Моцарт. Дени Дидро, Софи Валан. Вы здоровы? Вы думаете обо мне? Вы любите меня? Вы всегда будете любить меня. Я верю вам. Теперь я счастлив. Я снова живу. Я могу разговаривать, работать, гулять, играть. Делать все, что вы пожелаете. Должно быть, я был слишком мрачен последние 2 или 3 дня. Нет. Моя любовь. Даже ваше присутствие не обрадовало бы меня больше, чем ваше первое письмо. С каким нетерпением я ждал его. Мои руки дрожали, когда я открывал конверт. Лицо исказилось, голос сорвался.
И если бы тот человек, что передал мне ваше письмо, не был тупицей, он бы подумал. Он получил весточку от отца или от матери, или от кого-то, кого он так сильно любит. В тот момент я послал вам письмо с выражением великого беспокойства. Когда вы развлекаетесь, вы забываете, как сильно страдает мое сердце. Прощайте, моя дражайшая любовь. Я люблю вас пылко и преданно. Я любил бы вас еще сильнее, если бы знал, что это возможно. Ричард Стил, Мэри Скарлок. Мадам, на каком языке должен я обращаться к моей восхитительной красавице, дабы поведать ей о чувствах сердца, которое она с таким наслаждением мучает? У меня нет ни минуты покоя, когда я не вижу вас, а когда я с вами, вы держите меня в таком отдалении, что я чувствую себя несчастным. Еще более несчастным от того, что ощущаю воздействие ваших чар. Одним словом, вы должны подарить мне веер, маску или перчатку с вашей руки, иначе я не смогу жить. Иначе, я предупреждаю, я поцелую вашу руку, или когда в следующий раз буду сидеть подле вас, я украду ваш платок. Вы сами по себе слишком дорогой подарок, чтобы получить его в одночасье. Поэтому я должен готовиться постепенно, чтобы внезапное чувство обладания не сразило меня наповал. Дорогая мисс Карлок, мне надоело обращаться к вам так. Назовите день, когда вы примете имя вашего самого покорного, самого преданного и самого верного слуги Ричарда Стила. Лоренс Стерн. Письмо леди Перси. О, моя дорогая леди, какой бедлам в моей душе устроила ты. Кстати, я думаю, это слишком обыденное вступление для столь необыкновенной ситуации. Ситуация, когда Бог-свидетель меня держит на расстоянии, и я в отчаянии от того, что не могу ни на миг приблизиться к тебе. Любой бы мужчина, будучи в здравом уме, бежал бы от тебя прочь. Но чем дальше бы уносили его ноги, тем он яснее и яснее понимал, что бегство глупо, бессмысленно и безрассудно, хотя разум бы говорил, что остаться значит обречь себя на поражение. Почему ты говоришь, что рада меня видеть? Разве тебе доставляет удовольствие делать меня еще и более несчастным? Или же тебе нравится ощущение собственного триумфа, что твои глаза и губы превратили мужчину в законченного глупца, хотя остальные в этом городе считают его умником? Да, я глупец. Самый нежный глупец из всех, кого когда-либо женщинам приходилось испытывать на прочность. И наиболее непостоянный в своих целях и суждениях относительно восстановления своего здравого смысла. Ведь всего час назад я преклонял колени и клялся, что больше никогда не подойду к тебе. И молил Господа, чтобы он дал мне силы устоять перед искушением. И вот теперь, так близко от тебя, возле этого железного каменного панциря, на который похож твой дом, я чувствую себя в центре вихря, и мой мозг перевернут вверх тормашками. И хотя я купил билеты, чтобы ехать к Миска, я прекрасно понимал, что для меня существует только одна дорога. Я обедаю сегодня по соседству, у мистера С. на Вигмор-стрит. Буду там до 7 часов, в надежде, что ты вознамеришься подать мне весточку. Если же до этого часа не получу ничего,
то решу, что ты нашла себе более интересное занятие. Огорченно извинюсь и в расстроенных чувствах поплетусь на спектакль. Проклятие. Я люблю тебя. Возможно, глупо, но довольно искренно. Твой Стерн. Наполеон Бонапарт. Письмо Жозефине. Я больше тебя не люблю. Наоборот. Я тебя ненавижу. Ты глупая, мерзкая, нелепая женщина. Ты мне совсем не пишешь. Ты не любишь своего мужа. Ты знаешь, сколько радости ему доставляют твои письма, и не можешь написать ему даже 6 беглых строк. Однако чем это вы там занимаетесь целый день, сударыня? Какие неотложные дела отнимают у вас все ваше время и не дают вам написать вашему очень хорошему любовнику? Что мешает вашей нежной и преданной любви, которую вы ему обещали? Кто? Этот новый соблазнитель, новый возлюбленный, который претендует на все ваше время и мешает вам заниматься супругом. Жозефина! Берегись! В одну прекрасную ночь я взломаю все твои двери и предстану пред тобой. На самом деле, мой дорогой друг, меня просто тревожит то, что я не получаю от вас вестей. Напиши мне быстро 4 страницы и только тех приятных вещей, которые наполнят мою грудь радостью и умилением. Надеюсь скоро заключить тебя в свои объятия и покрыть миллионом поцелуев, жарких, как лучи солнца на экваторе. Бонапарт. Гилберт Честертон, Фрэнсис Блок. Я смотрю на море и пытаюсь произвести оценку имущества, которое я могу предложить вам. Насколько я могу знать, мое хозяйство перед началом путешествия в волшебную страну состоит из следующих вещей. Первое. Соломенная шляпа. Старейшая часть этой восхитительной реликвии является образцом настоящей нормандской работы. Лента сильно пострадала от вандализма солдат Кромвеля, и до наших дней дошел лишь небольшой ее лоскуток. Второе. Трость для ходьбы. Сучковатая и очень тяжелая. Прекрасно подходит для того, чтобы разбить голову любому обитателю Суфолка, который посмеет усомниться в том, что вы знатнейшая из леди. Для иного использования непригодно. Третье. Копия стихов Уолта Уитмана, однажды подаренная им Солтеру, но забытая им. Четвертое. Несколько писем от молодой леди, исполненных доброты, благородства, преданности, благочестия и мудрости. Чего так не хватает поэзии Уолта Уитмана. Пятое. Коробок спичек. Время от времени я зажигаю одну из них, ведь огонь так прекрасен и к тому же обжигает пальцы. Некоторые люди считают это пустой тратой спичек. Те же самые люди протестуют против строительства храмов. Шестое. Теннисная ракетка, совершенно новая. Но и она скоро состарится, как и соломенная шляпа. Мы с братом учим друг друга играть в теннис. Седьмое. Душа. До сих пор всеобъемлющая и всепоглощающая, но в данный момент достаточно счастливая, чтобы поставить это себе в упрек. Восьмое. Тело. В равной степени свободное и столь же всеядное, поглощающее чай, кофе, красное вино и морскую воду с кислородом для своего собственного совершенного удовлетворения. Самое большое счастье для него – плавать. При условии, конечно, что море имеет достаточные размеры. Девятое. Сердце.
где-то потерялась. И это, пожалуй, все имущество, подлежащее описи. Кроме того, мои вкусы стоически просты. Соломенная шляпа, трость, коробок спичек и кое-что из поэзии. А что еще надо человеку? Винсент Ван Гог. Письмо брату Тео. У меня на душе есть кое-что, о чем я должен тебе рассказать. Хотя, возможно, ты уже знаешь, и это не будет для тебя новостью. Этим летом я очень сильно полюбил Ка. Когда я сказал ей об этом, она ответила, что прошлое и будущее для нее едины, и она никогда не сможет ответить на мое чувство. Я растерялся. Я не знал, что делать, примириться с ее «нет-нет, никогда» или взять всю волю в кулак и бороться, добиваться. И я выбрал последнее. И я счастлив. Да, в моей жизни последнее время было много невзгод. Но я стал много работать. Ко мне приходит вдохновение. До тебя могут дойти слухи, что я добиваюсь ее силой. Но ты не верь, потому что каждый знает, что добиваться силой любви – это идиотизм. А то, что я пишу ей письма, добиваюсь наших встреч, тайных разговоров, я не вижу в этом ничего плохого. Нам нужно с ней познакомиться, больше общаться, хотя бы год нашего общения. Но там еще ее родители уперлись. Но я все равно счастлив. Если у тебя когда-нибудь будет такая ситуация, ты не сдавайся. Ты иди до конца. И ты будешь счастлив. Хотя ты у нас и так счастливчик. Я надеюсь, с тобой этого никогда не произойдет. Иоганн Кристоф фон Шиллер, Шарлотте фон Ленгефельд. Правда ли это, дорогая Лота? Могу ли я надеяться, что Каролина прочла в вашей душе и передала мне то, в чем я не мог осмелиться себе признаться? Часто я собирал все свое мужество и приходил к вам, намереваясь открыться. Но мужество постоянно оставляло меня. Я боялся, что забочусь лишь о собственном счастье. Если я не мог быть для вас тем же, чем и вы были для меня, то мои страдания расстроили бы вас. Своим признанием я разрушил бы чудесную гармонию нашей дружбы, потерял бы то, что имел, ваше чистое сестринское расположение. Вы могли быть счастливы и без меня, но никогда не стали бы несчастны из-за меня. Это я в себе живо чувствовал, и на этом тогда построил мои надежды. Вы могли отдать себя другому, но никто не мог любить вас чище и нежнее, чем я. Ни для кого ваше счастье не могло быть священнее, чем оно было и будет для меня. Все мое существование, все, что во мне живет, все самое дорогое во мне посвящаю я вам. И если я стремлюсь облагородить себя, то только для того, чтобы вас сделать более счастливой, чтобы стать более достойным вас. Забудьте все, что могло стеснять ваше сердце. Позвольте говорить лишь вашим чувствам. Скажите, что вы хотите быть моей, и что мое счастье не составит для вас жертвы. Убедите меня в этом одним единственным словом. Не медлите с тем, чтобы навсегда унять мое беспокойство. До свидания, дорогая. Наполеон Бонапарт Жозефини. Я прибыл в Милан. Я кинулся в твои апартаменты. Я бросил все, чтобы увидеть тебя. Сжать в своих объятиях. Но тебя там не было. Ты ездишь по городам, в которых проходят праздники. Ты покидаешь меня, когда я приезжаю.
Ты больше не думаешь о своем дорогом Наполеоне? Твоя любовь к нему была всего лишь капризом. Непостоянство делает тебя равнодушной. Привыкший к опасности, я знаю лекарства от жизненных невзгод и болезней. Несчастье, которое обрушивается на меня, невыносимо. Я имел право на сочувствие. Я буду здесь до вечера 9 числа. Не огорчайся и возвращайся ко мне после развлечений. Ты создана для счастья. Весь мир рад тому, что может доставить тебе удовольствие. И лишь твой муж очень, очень несчастлив. Роберт Шуман. Кларе. Разговор с твоим отцом был ужасен. Такая холодность, такая неискренность, такое упрямство. У него новая манера уничтожения. Он наносит тебе удар в сердце, вонзая нож в грудь по самую рукоятку. И что теперь, дорогая моя Клара? Я не знаю, что делать теперь. Не имею ни малейшего представления. Мой разум вот-вот разорвется на куски. В таком состоянии у меня нет ни единого шанса прийти к согласию с твоим отцом. Что же дальше? Что же дальше? Самое главное, будь настороже и ни за что не позволяй продать себя. Я верю в тебя. О, верю всем сердцем, только это и поддерживает меня. Но ты должна быть очень сильной. Даже более сильной, чем ты представляешь, ведь сказал мне твой отец эти ужасные слова о том, что ничто не сможет поколебать его, что он покорит тебя силой, если не удастся хитростью. Остерегайся всего. Сегодня я настолько бессилен, настолько унижен, что едва ли смогу найти достойный выход. Настолько бессердечным, чтобы бросить тебя, я еще не стал. Но ожесточенным, оскорбленным в лучших чувствах, стиснутым в рамках самых общих мест, да. Если бы ты прислала мне хоть словечко. Ты должна сказать мне, что делать. В противном случае мое существование сведется к насмешке и глупой шутке, и я уйду прочь. Мне не позволено даже видеть тебя. Мы можем встречаться, сказал он, но в нейтральном месте. В присутствии третьих лиц, такое представление для окружающих. Мы можем даже переписываться, когда ты в поездке. Это все, что он может предложить. Господи, пошли мне утешение. Не позволь мне погибнуть от отчаяния. У меня отняли опору моей жизни. Дэниэл Вебстер, Жозефина Ситон. Моя дорогая Жозефина, боюсь, вы промокли вчера вечером, поскольку как только дверь моего дома закрылась, за вами пошел дождь. Я пользуюсь случаем вернуть вам вашу шляпку и выразить надежду на то, что сегодня утром с вами все в порядке, и вы не простудились. Я попробовал поговорить с вашей шляпкой. Спросил у нее, сколько нежных взглядов, направленных ниже ее полей, видела она. Сколько нежных слов слышала она рядом с собой. Сколько раз ее подбрасывали в воздух в минуты восторга и триумфа. И случалось ли ей, а если случалось, то когда, трепетать от чувств, переполнявших ее хозяйку. Но ваша шляпка доказала, что умеет хранить тайны, и не ответила ни на один из моих вопросов. Мне оставалось лишь попытаться застать ее врасплох, называя различные имена одно за другим. Довольно долго она оставалась невозмутимой, но вдруг, услышав одно имя, определенно точно вздрогнула, и ленточки ее затрепетали. Я пожелал ей всего хорошего.
надеясь, что она никогда не покроет больную голову, и глаза, которые она защищает от солнечных лучей, никогда не узнают слез, а только радость и любовь. Дорогая Жозефина, с наилучшими пожеланиями, ваш Дэниэль Вебстер. Людвиг ван Бетховен, бессмертный возлюбленный. Ангел мой, жизнь моя, мое второе я. Пишу сегодня только несколько слов, и то карандашом твоим. Должен завтрашнего дня искать себе квартиру. Какая пустая трата времени все эти вещи. Но зачем эта глубокая печаль перед неизбежным? Разве любовь может существовать без жертв, без самоотвержения? Разве ты можешь сделать так, чтобы я всецело принадлежал тебе, а ты мне? Боже мой, посмотри на прекрасную природу и покорись неизбежному. Любовь требует всего и имеет на то полное право. Я чувствую в этом отношении то же, что и ты. Только ты слишком легко забываешь о том, что я должен жить для нас двоих. Для тебя и для себя. Мы, вероятно, вскоре увидимся. И сегодня я не стану пересказывать тебе соображения относительно моей жизни. Если бы сердца наши бились вместе, они бы мне не пришли в голову. Душа переполнена всем, что хочется сказать тебе. Бывают минуты, когда мне кажется, что язык наш бессилен. Развеселись. Будь по-прежнему моим единственным и неизменным сокровищем, как и я твоим. Об остальном, что должно с нами быть и будет, позаботятся боги. Преданный тебе Людвиг. Джеймс Милн, жене Мэг. Любимая моя жена, я не знаю, с чего начать. Обстоятельства слишком необычны. После полудня мы отправляемся в наступление, и только Всевышний знает, кто из нас останется в живых. Если он призовет меня к себе, единственное, о чем я буду сожалеть, это то, что оставил тебя и детей. Но я покидаю вас, зная, что он добр и милостив, то, что он будет оберегать вас и не даст вас в обиду. Я ухожу к нему. Но последнее, что я увижу на земле, это будут твои дорогие черты. И последнее слово, произнесенное мной, будет твоим именем. Ты лучшая из женщин. Ты вырастешь моих детей и расскажешь им, как умер их отец. Когда ты получишь это письмо, для меня уже не будет войны. Только вечный мир и ожидание тебя. Наберись мужества. Ради меня, ради детей. Я знаю, ты будешь любить меня и память обо мне, пока мы не встретимся вновь. Господь милостив. Он позаботится о тебе. И мы встретимся с тобой в тот день, который он выберет. Может быть, он будет милостив и ко мне сегодня. Прощай, Мэг. Люблю тебя. Твой навеки, Джим.